Такого от обильных осадков не ожидал никто. Бурные дождевые воды размыли трубчатые мосты на республиканской трассе Алматы-Ускемен. Произошло это в Аксуском районе. Автомобильное движение тут же остановили, а на месте ЧС принялись за работу специальная рабочая группа, рассказывает наш корреспондент. В результате проливных дождей осадками были размыты два участка автомобильных дорог. В данный момент ведутся восстановительные работы. На 393-м километре автодороги было разрушено дорожное покрытие шириной 2 метра и глубиной 2,5 метра. На 395-м километре полностью смыт трубчатый переход, а вместе с ним и около 4 метров дорожного полотна. Причина происшествия – запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром. По поступлению сообщения в 16:05 на место были направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, полицейской службы и в целом дорожных служб. По прибытию на место был организован оперативный штаб по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также принятию оперативных мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При выпадении обильных осадков регулярно даются поручения об обследовании всех паводкоопасных участков в первую очередь, а также дорожно-мостовым службам о обследовании трубчатых переходов, мостов и других опасных сооружений на автодорогах области. Строительство автомобильной дороги республиканского значения начато в 2017 году. На сегодняшний день покрытие выполнено на 90%. Специально созданная рабочая группа занимается восстановлением и возведением временной объездной дороги. Открыть ее планируют к завтрашнему дню. Сейчас окружной путь начинается с Мололинского кольца через села Матай и Лепсы в сторону Кульбая. По поручению акима Алматинской области был создан оперативный штаб. Сегодня с 7 утра ведутся восстановительные работы. Вчера мы ждали остановки потока воды, так как это трасса республиканского значения, которая соединяет две области, первой нашей целью является открыть объездную дорогу. В работе задействованы 16 единиц техники и 25 рабочих. Как откроем дороги, мы поставим две трубы. Энергетические материалы привозят. Работа не останавливается. Для восстановления автодороги будут разрабатываться новые проектно-сметные документации с дальнейшим утверждением и выделением финансирования, после чего будем восстанавливать трассу. На местах чрезвычайных ситуаций организованы круглосуточные посты безопасности. Как сообщают специалисты, скопление автотранспортных средств не наблюдается. Сотрудники отдела полиции и дорожно-патрульной службы будут находиться здесь до завершения ремонтно-строительных работ. Алматы-Ускемен автожолының. С 392 километра по 410 километр участок автодороги Алматы-Ускемен закрыт. Мы перенаправляем водителей, которые едут с Алматы в Ускемен и с Ускемена в Алматы на объездные пути. На опасных участках дорог работают посты ДПС. Специальные службы при наступлении таких чрезвычайных ситуаций принимают меры по мониторингу и обследованию опасных участков. Главная цель – предотвратить подобные ситуации на остальных опасных участках. Восстановительные работы продолжаются. Светлана Кондратенко, Жайых Курманбаев, телеканал «Житсу».